Площадь Победы есть, а парка нет. Долгие годы жители Перевоза мечтали о благоустроенном местечке для прогулок. И вот, наконец, сами вышли с этой инициативой. А по программе поддержки подключились и власти. Стали собирать деньги от населения и от Союза пенсионеров. Люди, конечно, давали деньги. Ну, кто-то, может, не давал совсем, а кто-то давал и больше 200, и 500, и так далее в таком духе. То есть вот на такое мероприятие, на такое дело люди не жалели, потому что память, она должна быть памятью. Не должно быть ничто и ничто не забыто. Конечно, наш взнос очень маленький. В основном, конечно, это деньги муниципальные и помощь областного бюджета. В планах инициативных жителей Перевоза не только продолжить благоустройство парка и установить памятные стелы героям войны, но и газифицировать новый микрорайон. Все необходимые собрания с жителями инициативная группа уже провела. Деньги надо будет сдавать. Не нам, не в администрацию, а ложить на счет. Там будет счет в банке. Деньги туда надо будет сдавать. И сдавать не я должен. Я не должен вас ходить уговаривать. Это ваша инициатива. И вы должны это все делать от себя. То есть надо выбрать старосту, я так понимаю? Да, да. Может старосту, может там трое человек соберутся. Потому что одному все равно, наверное, трудно. По большому счету, эти затраты не такие уж и большие. Ведь жителям нужно собрать только 10%. Но у нас таких инициативных жителей, как в Перевозском районе, порядка 100 тысяч. Если говорить точно, по прошлому году приняло участие в проекте, то есть непосредственно сдавали деньги, 94 тысячи человек. Причем суммы варьировались от 50 рублей до 20 тысяч. В этом году сейчас в работе находится 503 заявки, прием заявок закончен. Это на 15% больше, чем в 2016 году. В итоге мы подведем к 31 марта. Соответственно, и после этого сразу же перейдем к конкурсным процедурам, чтобы успеть в сезон все реализовать. Интересно, уже начинают так глубоко проникать в эту тему, что вот в одном селе мне рассказали, инициативная группа не только обошла все дома и спросила, что вы хотели бы там сделать в нашем селе. Они еще обзвонили тех, кто приезжает только на лето, не живет там круглый год. И звонили, вы думаете, куда? Краснодар, на север. И говорят, вот вы как считаете, надо нам вот этот проект реализовывать? Они хотели бы вы помочь своими средствами? И те тоже сдают деньги. Люди начинают понимать, что могут сделать многое, облагородить место своей жизни. Программа поддержки местных инициатив буквально исполняет мечты. Видно уже отдачу непосредственно своих людей, то, что они поверили, то, что они могут решить ту проблему, которая порой копилась годами, определить и решить самостоятельно, обозначив эту проблему, включив свои усилия и получить поддержку не только своего муниципального района или своего местного главы или местных депутатов, а поддержку региональному уровня. Думаю, что у этого проекта большое будущее.